Дело в том, что можно что угодно огромное построить, но в условиях противодействия это будет уничтожено, ну, там, в секунды, да? И спрашивается, куда мы потратили деньги. Надо понимать другое. Военно-промышленный комплекс мировой в целом, завязанный на рынке сбыта вооружений, он коррупционно безграничен. Любые военно-промышленные комплексы всех стран, они завязаны на коррупционную составляющую. Поэтому придумать какой-то проект и втюхать руководству страны – это милое дело. Будь то американцы. Американцы вообще, я хочу сказать, что вот ЦРУ, у них же разведка не как у нас, вот совершенно абсолютно контролируется и так далее, и так далее. Нет, они в значительной степени самостоятельны. Поэтому подобного рода проектов там проходило несчислимое количество, когда просто разводили и президентов, и Госдеп, и так далее. Здесь нужно подходить, знаете, очень и очень скрупулезно, с учетом того, что нам не до жиру сейчас. Мы должны заботиться об эффективности, а не о количестве.